Девчонки, привет! У меня какой-то странный матрикс. Я последние несколько дней встречала кучу своих всяких старых знакомых и учеников. Притом, то я становлюсь в очередь в супере, а передо мной стоит мой ученик, который меня узнает, и я как бы в телефоне, как всегда. И все так рады меня видеть. И знаете, как мне это напоминает обмен разумом Роберта Шекли, когда в самом конце, если вы читали, вообще очень классная, фантастическая, смешная книга, они решили кого-то найти и потом предположили, что лучше стоять на месте, и тогда тебя все найдут, все пройдут мимо тебя. И точно, мимо них проходили всевозможные разные люди. И таким образом в итоге пришел тот, кого они искали. Вот так и я вот последние несколько дней ощущаю, что вокруг меня ходят всякие люди. Вот, всякие странные события, непонятные сны. Вот под стать таким интересным украшением. Насколько я помню, такой набор у Наташи Городецкой. И, по-моему, даже красотка Маринка Бердиева тоже его хотела. Этот набор мне принесли в этот раз, принес хозяин завода целиком. Вот мне кажется, какой-то детали в прошлый раз не было. Либо я не помню. Значит, смотрите, давайте начнем сначала. Конечно, самая красота и самая крупная вещь здесь – это кулон. Кулон, вот такие две петли, можно цепь, можно шнур. Это раз. Кулон стоит $84. Как вы видите, есть золотые напайки и вот такой кусочек серебра. Палочка такая. Фианиты вставленные время от времени. Короче, очень прикольная вещь. К этому кулону есть кольцо. И сейчас я обратила внимание, что штанген-циркуль не тут. Сейчас схожу. Кольцо тоже очень-очень прикольное. Ну, наверняка где-то 18 размер, 18,5, судя по моему пальцу. Цена кольца $70. И есть серьги. Вот они, французский замок. Две части гибкие. Есть лево-право. Фианиты. Знатная вещь. Серьги стоят так же, как и кулон. $84. Девчонки, можно это все разбивать. Кто покупает комплект целиком, тому приоритет. Остальные, в принципе, могут брать по одному. Если каждый, кто-то сказал, хочу кольцо, кто-то хочу кулон, кто-то хочу серьги, без проблем. Но если придет кто-то последний в очереди и скажет, хочу весь комплект, девчонки, то, что касается второго завода, поскольку я получаю комплектами, все-таки хотелось бы человеку сразу отдать комплект, а вам мы запишем в заказы. Так, сейчас отключусь и потом включусь штанген-циркулем. Путем монтажа мы очень сильно увеличили скорость моего бега за штанген-циркулем. Буквально 2 секунды. 18,2, девчонки. Ну, как я и предполагала. История с кошкой кончилась печально. После видео я ходила, искала, нашла черного одноглазого очень доброго кота. Мы с соседом решили, что все-таки, может, это его грызанули, и он целый, невредим. Потом еще какая-то черная кошка появилась. Мы уже как-то... Хотя я понимала, что после такой собаки шансов нет. А утром, когда в машины разъехались, мы обнаружили, что она, в общем-то, лежит мертвая. Вот, теперь все соседи только об этом и говорят. А придурка этого с собакой мы так и не знаем, кто это. Так, девчонки, вот этот, как я называю, набор моей мамы. У нее есть такие серьги и такое кольцо. Это, в общем-то, кольцо и серьги, это было одно из самых первых моих подарков. Именно этого завода я их покупала в магазине. Еще до того, как я вообще знала, кто это делает, производит.
Мне безумно нравились их украшения, и у мамы кучу всего она тоже покупала и есть. Я как-то хотела даже отдельное видео сделать по украшениям. Но дело в том, что поскольку у нее в основном все с этого второго завода, то мы в итоге все равно это все увидим. Если, девочки, кто-то что-то заказывал, это не заказы, но берите. У меня есть еще целый пакет именно то, что я просила. Это пока то, что я отбирала непосредственно из коробок, что он мне принес. А есть еще пакет, который я непосредственно по каталогу заказывала. И, может быть, там есть вещи, которые вы просили. Значит, кольцо $58, серьги 76 и кулон 47. Французский замок. Мама в восторге, говорит, что очень удобно, очень качественно, действительно очень красивый набор украшений, такой крупный, массивный. Вот. Сюда бы пошла, наверное, все-таки больше цепь серебряная. Насчет цепей, кому нужно, скажите, я закажу в красной пресне. Есть оксидированные, родированные, позолоченные, просто белые, ну, просто белые я бы не брала. Размер, судя по моему пальцу, такой же, как предыдущая, 18 чем-то. А, не, смотри-ка, 19. Так. Далее, что еще есть интересного у нас? А есть у нас набор, который без вообще камней каких-либо. Имеется браслет. Браслет с замком коробка. Мне кажется, что все замки у них коробка. Вот я не припомню, чтобы они делали браслет с каким-то другим замком. Длина идет 18,3 миллиметра. Замок на одну позицию. Так вот. Ну, черненое серебро. Это мы видим. Дальше имеется к этому делу кулон. Кулон, серьги и кольцо. Серьги идут вот таким образом. Мощно, видно и эффектно. И подо все на свете. И кольцо вот такое. Судя по всему, 17 с половиной. Сейчас промеряем. 17 с половиной довольно-таки не туго сидит. 18,2, девчонки, мало мерит оно на пол размера. 17,7, 17,5. Цены. Цена вопроса. Браслет $63. Кольцо $47. Серьги $53. И кулон $35. Кто берет весь комплект, кулон получается у нас за $23. Так, вроде все сказала. Переходим дальше. Очень классный набор. Я его еще приметила в каталоге. И вживую он мне показался даже еще красивее. Значит, и состоит он у меня то, что есть. Это кулон, кольцо и серьги. Довольно мощный, не тонкий. Мало того, что посредине фианит, еще, как вы видите, в концах цветочков фианиты. Петелька скрыта, то есть как бы висит. Я вот тоже люблю такие кулоны, где вот нет этой верхней части. И тут я смотрю, что они часто так пользуются вот такой техникой. Оно пойдет как на жгут черный. Кстати, девчонки, сразу это проталкиваю рекламу красной пресни. У меня, по-моему, где-то остался еще на 40 сантиметров черный жгут 2
миллиметра ширины каучуковой. И на цепь тоже красиво будет. То есть кулон по-любому хорошенький. Кольцо, вот оно. Шинка такая вся ручно-работная. Красивый, качественный комплект. Значит, цена. Кулон стоит $70. Кольцо стоит $65. И серьги также стоят $70, как и кулон. Вот они, французский замок. Вот такие цветочки. Я в каталоге видела такие еще и с золотыми напайками. Но, соответственно, цена будет выше. А это просто черненое серебро с нечерненным по краям. А может, все черненое. Но внутри сильно так вот зачернение. Во. Сказала. Смогла. Да. Так. Следующий комплектик у нас будет с черными кристаллами. И у меня спрашивали и напоминали мне 15 раз. Но это не такой комплект. Но кристаллы именно как у меня спрашивали. Девчонки, это не гематит. Я так подозреваю, что это фианиты непрозрачные черного цвета. Что я имею в виду? Я имею в виду я вот такой вариант. Видите, это черный непрозрачный камень. Кольцо $51, тут идут золотые напайки уже. Размер довольно крупный. $19,400. Не на второй палец, но и на третий можно. Идет к нему кулон. Потом есть серьги относительно не крупные, но они как это, в общем-то, видите, как одна деталь от кулона. Французский замок с петлей. И идет опять же вот такой красивый мощный браслет. И он довольно не маленький. Браслет этот с золотыми накладками двадцать один сантиметр и даже 1 миллиметр 21.1. Идет замок коробка широкий. На каждом звене, разумеется, выбита проба. Цены. Сам браслет $158. Кольцо $51. $58